Азово-Черноморское побережье в целом сегодня обеспечено водой, однако с началом курортного сезона нагрузка на инженерные сети увеличивается, что часто приводит к аварийным ситуациям. По мнению губернатора, дальнейшее развитие курорта в крае невозможно без серьезной реконструкции объекта водоснабжения. По предварительным подсчетам, необходимо привлечение федеральных инвестиций больше, чем на 14 миллиардов рублей. В правительство и Минстрой России на рассмотрение отправлен проект развития водоснабжающей инфраструктуры, рассчитанный на ближайшие 10 лет. Кроме того, край уже предоставил заявку на участие в федеральной инвестиционной программе, чтобы начать строительство очистных сооружений в Геленджике.